Мусульмане теперь смогут читать Коран в новом переводе. Впервые смысл аятов Священного Писания переведен на лезгинский язык. Автором этого фундаментального труда стал исламский просветитель, алим из Дагестана Ямен Хаджи Магомедов. Религию я полюбил еще в детстве. Читать Коран меня научил мой дедушка Гашум. Он был религиозным человеком и всегда хотел, чтобы кто-нибудь из его потомков пошел по его стопам. После службы в армии в 1992 году я поступил в исламский университет имени имама Аш-Шафии. Мне очень хотелось исполнить мечту и завещание деда. С отличием окончив Дагестанский исламский университет, Ямен Хаджи продолжил религиозное образование в городе Медина, в Саудовской Аравии. Вернувшись на родину, Ямен Хаджи стал имамом соборной мечети Махачкалы, а с 2003 года начал вести исламскую просветительскую деятельность в Дагестане. Сначала я искал перевод Корана на лезгинский язык, сделанный до меня. Но, к сожалению, ничего подобного я не нашел. Поэтому я начал делать эту работу практически с чистого листа. Это было непросто. Пришлось очень много потрудиться, так как я чувствовал большую ответственность перед Аллахом. Я старался максимально отстраниться от собственных мыслей, чтобы более точно передавать суть аятов. Первый тираж перевода Корана на лезгинский язык составил 2000 экземпляров. Затем книги были дополнительно изданы и распространены по республиканским мечетям и медресе. Наряду с этим трудом Ямен Хаджи Магомедов издал еще несколько книг об исламе, в том числе о жизни пророка Мухаммада, мир ему. Теперь автор работает над переводом тафсира Корана на родной язык. Стоит отметить, что уникальная работа Ямена Хаджи Магомедова по переводу смыслов священного Корана на лезгинский язык получила официальные рекомендации Института востоковедения Российской Академии Наук и лично председателя Совета Муфтиев России и Духовного Управления Мусульман Российской Федерации шейха Равиля Хазрата Гайнудина.